Всем привет! Добро пожаловать на портал Невроза Мегаполиса. Мы продолжаем рубрику «Перископ. Ответы на вопросы». В этот раз вопросов гораздо больше, и я успел их прочитать до начала трансляции. И я хочу сказать, что если у меня получится записать и эту трансляцию, и выложить ее, потому что почему-то не каждый перископ получается записать в телефон по каким-то причинам. Я надеюсь, что эта трансляция будет записана, и я ее смогу выложить и на YouTube, и в группу ВКонтакте. Итак, вторая часть ответа на ваши вопросы, их около 15, я прочитаю каждый, потому что на самом деле вопросы хорошие, и в каждом есть то, что многим пригодится, окей? Давайте не будем терять время. И те ребята, кто писали вопросы для перископа, могут смотреть их в прямом эфире или посмотреть их в записи, если таковая и будет иметься. Ну и если у нас время останется, то я в конце из прямого эфира тоже отвечу на некоторые уточнения. Давайте поехали, читаем первый вопрос. Сейчас, минутку. Дарья спрашивает. Алексей, здравствуйте. Боюсь своего преподавателя. Даже когда вспоминаю его цепенею, ощущение, что начинаю заболевать, поднимается температура. А нужно выполнить и сдать итоговый проект. Боюсь, что не примет, боюсь, что отчислит и так далее. Рисую страшные картинки, что я обречена. Как в этой ситуации правильно мыслить? Спасибо за вопрос, Дарья. Стандартная история, которая разбирает когнитивно-поведенческая психотерапия. Действительно, сама ситуация сдачи проекта не является определяющей вашей тревоги. Определяющей вашу тревогу являются те самые, как вы правильно заметили, картинки, которые вы себе рисуете. Иными словами, вы рисуете себе апокалипсис и не принимаете негативные последствия, которые так или иначе могут возникнуть в период сдачи проекта, что кому-то не понравится, что-то, может быть, надо будет доработать, что-то переделать и так далее. Поэтому с точки зрения когнитивной терапии рациональный ответ, как вы называете, правильные мысли, но лучше их называть не правильными, а объективными, потому что между правильными и объективными большая разница. Правильное – это большое сомнение, кто сказал, что это правильно, а объективно все-таки можно измерить, да, что есть некая статистика, есть некоторые данные, есть некоторые вещи, которые объективно можно взвесить. Поэтому рациональное мышление называется объективным в большей степени, рациональным, объективным, взвешенным, философским, но никак неправильным. Нельзя говорить, что вы неправильно думаете, ну и так далее. Соответственно, рациональный ответ здесь выглядит так. Было бы неплохо, если бы я не совершал ошибок, и мой проект реализовался с первого раза, и хорошо, и мой преподаватель, как я понял, да, не завалил меня или не посчитал что-то там ошибочным. Но я прекрасно понимаю, что он может посмотреть на эту ситуацию по-разному. Что-то я могу недоработать, что-то он мог недоработать, мог увидеть там, придираться. Это никак не относится к моей личности. То есть, если я совершу ошибку, это просто ошибка, это никак меня не характеризует. Если случится так, что мне попросят переделать, ему что-то не понравится, я не приму это как катастрофу, а постараюсь трезво разобраться, что-то доработать и так далее. Но я не буду себя за это винить и не буду себя гнобить, что я плохая из-за совершенной ошибки. Все мы учимся на ошибках, и чем больше я сделаю ошибок в своих проектах, тем более эффективнее и интереснее не будут мои проекты в будущем. Ну, примерно так, понятно, да? Я ничего не заучивал, ребят. У меня вот есть второй телефон, по которому я просто читаю вопрос. Поэтому, Даш, надеюсь, что вы поняли. Валентина спрашивает. Добрый день. Как перестать бояться страха быть униженным прилюдно? Типа все подумают, что ты лохушка и так далее. От этого перманентная тревога. И второй вопрос здесь же. Валентина спрашивает, часто ли у невротиков наблюдается выпадение волос на фоне вегетативного напряжения или сиборея? Чем сильнее тревога, тем волос больше вылезает. Или напряжение на скальпе? И восстанавливаются ли волосы, я так понимаю? Валентина, спасибо. Первый ваш вопрос. Как перестать бояться страха быть униженным прилюдно? Опять же, запомните одну простую вещь. Никто и ничто не может вас унизить прилюдно или публично. А чувство стыда или унижения испытываете только вы от того, как вы понимаете текущую или случившуюся ситуацию. Если вы текущую или случившуюся ситуацию воспринимаете как унижение, то по большому счету это ваше творение, что вы унижаете себя саму.
считая, что эта ситуация вас характеризует как падшую, никчемную женщину. То есть унижение не способно причинить вам извне. Унижение – это внутреннее ощущение, понимаете? Соответственно, отвечая на ваш вопрос, унизить вас не могут. Вы можете воспринимать ситуацию как унижение, и это большой вопрос, это очень важный момент. Поэтому, отвечая четко на первую часть вашего вопроса, надо заниматься когнитивной терапией для того, чтобы не воспринимать ситуацию как унижение. Было бы неплохо, если бы все люди подумали обо мне хорошо, но я прекрасно понимаю, что кто-то может подумать обо мне так, а кто-то иначе, кому-то я могу понравиться, а кому-то нет. Если я кому-то не понравлюсь, и кто-то посмеется надо мной или захочет меня разыграть, и я попаду в неловкую ситуацию, я тоже посмеюсь вместе с ними. Ничего страшного в этом нет, я не буду считать, что я какая-то слабая, дура и так далее. Я посмеюсь, если эта шутка была не очень удачной, я сделаю выводы об этих людях и, наверное, как-то перестану с ними взаимодействовать или скажу им, ребят, что ну как-то не очень уместно, но я ни в коем случае не буду считать себя униженной. Я просто восприму это как нелепую шутку или о том, что у людей какое-то странное чувство юмора. Но не буду никак приравнивать эту ситуацию к себе. И вторая часть вашего вопроса. Часто ли у невротиков наблюдается выпадение волос на фоне вегетативного напряжения, сибарии, в том числе и напряжение на скальпе, как вы говорите? Здесь два момента. Само по себе алопеция или само по себе выпадение волос может быть очень многофакторной. Как правило, она связана с гормональными нарушениями или генетическими предрасположенностями. Сам по себе невроз и невротическое напряжение не имеет функциональности выпадения волос, потому что вегетативная нервная система не сбрасывает волосяной покров от беспокойства. Иначе у нас бы все люди, которые были бы на войне, они бы все были лысые. Да, там есть элемент сидения, там это не факт, что это доказано, но бывают некоторые элементы изменения пигментации. Но о том, чтобы там повально у всех выпадали волосы от вегетативного напряжения, такого нету. Может случиться так, что у вас есть генетическая предрасположенность к алопеции, либо вы принимаете препараты, побочный эффект которых выпадение волос. И на фоне этих генетических, или у вас гормональные изменения, на фоне которых происходит выпадение волос. Соответственно, пребывая в состоянии невротическом расстройстве, вы можете просто спутать, что одно наслоилось на другое. У вас и так бы они выпадали, если у вас гормональные проблемы, у вас и так бы они выпадали, если у вас генетически на это есть предрасположенность, или вы принимаете препараты, и тут невроз никакого отношения не имеет. Я не встречал невротиков, у которых выпадают волосы, и они лысеют, но я встречал невротиков, которые очень пристально считают свои волосы, очень пристально смотрят на расческу и на ванну, потому что боятся, что если у них выпадут волосы, на них будут показывать пальцем, они будут выглядеть смешно, и это форма ОКР, когда человек постоянно боится о том, как бы он не показался смешным и глупым, и тут он хватается за волосы. Вот. А причина самых проблем с фолликулами волосяными может быть гормональная, генетическая или побочный эффект препаратов. Понятно примерно? Поэтому здесь надо понимать, что действительно ли они выпадают, может быть, вам это кажется. Если они выпадают, то искать причину в этом, плюс еще работать с тем страхом, что вы можете остаться без волос. Возможно, кто это спрашивает? Валентин, возможно, если вы бы с помощью когнитивной терапии приняли тот факт, что вы можете облысеть, и приняли тот факт, что да, действительно такое может в жизни произойти, и тогда я буду действовать так-то и так-то, то, возможно, вы бы и попрощались бы с вашей проблемой, потому что вы бы перестали обращать на это внимание, и, о чудо, волос бы, как вам кажется, стало выпадать гораздо меньше. Хотя на самом деле обмен волосяных фолликул, он примерно одинаков, что в неврозе, что не без невроза. Елена спрашивает. Алексей, доброй ночи. Пускай доброй ночи. Скажите, как побороть страх... Сейчас, подождите, ребят, извините. Алексей, доброй ночи. Скажите, как побороть страх принятия панической атаки? Не могу дать ей позволить разгуляться. И вот был вопрос выше про проваливание. Как будто при ходьбе проваливаешься в голове, как постоянно выпито спиртного. Такая же походка, видимо, о шаткости походки идет речь, как будто ты пьян. Как с этим бороться? Спасибо, Елена. Значит, первое, по поводу того, как побороть страх принятия панической атаки, не могу дать ей разгуляться. Вы должны запомнить, что основная концепция не борьбы,
работа над панической атакой – это не пугать себя. Чтобы не пугать себя, нужно понять одну вещь, что человек считает, что паническая атака опасна, и она может привести ее, как вы говорите, разгул к каким-то последствиям. А вам надо самой себе доказать по факту, что какую бы вы острую панику не испытывали, как бы часто вы ее не испытывали, по факту ничего кроме начала, середины и конца у вас не будет паники. Соответственно, все упражнения с панической атакой сводятся исключительно к методу проживания и научения выдерживать это. И вы увидите, что на самом деле за этим пиком напряжения не стоит ничего, кроме расслабления. И не стоит ничего, кроме, блин, я вот сегодня испугалась, там, мне там было так-то нехорошо. Но никаких дефекаций, никаких там потери сознания, никаких всяких проблем не возникает, которые вы себе придумываете. Люди боятся паники, потому что они считают, что проявление вегетативного напряжения под воздействием адреналина, оно к чему-то приведет. Поэтому они избегают паническую атаку, поэтому они боятся ее выдерживать и проживать. И это их большая ошибка. Надо довериться своему консультанту, надо посмотреть статистику, надо посмотреть фактам в глаза и научиться выдерживать панику, потому что это всего лишь навсего страх, который надо преодолеть и прожить. А здесь вам когнитивная терапия и консультант в помощь. И вторая часть по поводу шаткости. Вы знаете, когда мне все время пишут про шаткость походки или про такие вот состояния, первое, о чем мы отталкиваемся, это от четкой диагностики. Есть ли органическая проблема по классу неврологии? Если по классу неврологии проблемы не существует, то эта шаткость, это вот состояние, как вы говорите, полупьяное, может быть естественным проявлением состояния в длительной тревоге. Потому что человек, находящийся в длительной тревоге, он находится в тяжелом переутомлении. Соответственно, ваша шаткость ничем не отличается от того, что вы у меня пробежите марафон, гонка героев, потом проплывете еще 2 километра, а потом еще на велике проедете. Я посмотрю, какая у вас будет шаткость. У вас будет шаткость еще та. Плюс еще вы не поедите нормальное количество углеводов, не поедите нормальное количество, не выпьете нормальное количество воды, вы будете обезвожены, вы будете с маленьким количеством сахара в крови, плюс вы еще дадите себе нагрузку, например, паникой или тревогой, конечно, у вас будет шаткость. Потому что если вы плохо кушаете, если вы постоянно в тревоге, то ваш обмен веществ очень разогнан, а у вас нет глюкозы, у вас нет углеводов, вы мало пьете воды. И начинаются вот эти вот все уже последствия тревоги в переутомлении. Вот, поэтому здесь надо правильно кушать, правильно спать, правильно пить воду и работать с вашей тревогой, и тогда вашей шаткости не будет, если мы не имеем проблемы по классу неврологии. Дальше идем. Спрашивает девушка с английским именем и фамилией. Возможно, я неправильно прочитаю, поэтому не буду читать. Пишет она следующее. Такая ситуация. Всю свою жизнь живу с лишним весом. И несмотря на это, безумно хочу от него избавиться. Но не могу. Каждый раз срываюсь с мыслями, ай, я и так красивая, люблю себя такой, какая я есть. Но на самом деле это не так. А через неделю после срыва понимаю, что нужно худеть опять. И так по кругу. Я хочу, но как будто не знаю зачем. Вроде выгода очевидна. Каждый раз, когда решаюсь пойти в тренажерный зал, чувствую сильнейшее сопротивление, как будто меня дует безумно сильно ветром, что может подкинуть. Понятно. Не знаю вашего имени, как правильно к вам обратиться. Понимаете, если вы имеете излишний вес, и вы не любите себя такой, какая вы есть, и вы говорите, я должна худеть, а потом вы начинаете ограничивать себя в питании, возможно, вы делаете несколько ошибок. Попробую вам поднакидать эти ошибки, может, они вам помогут. Первая ошибка – вы начинаете резко сбрасывать все количество углеводов до минимума и резко ограничиваете себя в питании во многих вещах. И вот этот резкий стресс для вас очень сильный дискомфорт, и организм начинает бунтовать со словами «Эй, ты что делаешь?». И вы находите себе как бы оправдание, потому что стресс очень серьезный, и вы говорите «Ну я и так нормальная, и можно покушать» и так далее. Здесь как это исправляется? Снижайте ваши углеводы постепенно.
Не надо сразу снижать количество углеводов резко. Не надо сразу отказываться от всех продуктов. Сделайте правильный подход. Сначала уберите, допустим, соленые, уберите жареные, уберите десерты, уберите сладкую газировку. Потом потихонечку ограничивайте себя в количестве углеводов. Например, ваши углеводы – это только гречка или только рис. Посчитайте правильное количество углеводов. И каждую неделю убирайте хотя бы углеводов по 30. На это у вас уйдет на плавное снижение углеводов и калорий в рационе примерно 8 недель. Не надо вот с понедельника делать вот так вот. Все, я ничего не ем. У вас так не получится. Снижайте постепенно. Отказывайтесь сначала от сладкого, потом от соленого, потом от газировок, потом от этого, потом посчитайте суточное количество углеводов и начинайте каждый раз с каждой недели все меньше и меньше их есть. Тогда стресс будет гораздо меньше. Это первая типичная ошибка. Что еще здесь можно сказать? По поводу психологического аспекта, то, что вы срываетесь, есть возможность и вариант, что вы просто очень не способны выдерживать дискомфорт. Мы это называем низкая толерантность к фрустрации. Проще говоря, вы не способны преодолевать длительное напряжение и дискомфорт ограничения воздержания. Это вопрос к дисциплине, это вопрос к самомотивации, это вопрос к вашим целям и так далее. Дубай, привет. И здесь вопрос к вашему тренеру, здесь вопрос к вашим целям, к тому, насколько вы дисциплинированы, насколько вы готовы выдерживать напряжение во имя той цели, которую вы хотите добиться. Если вы и ваша цель, там, 47 килограмм, грубо говоря, она будет стоить тех усилий, которые вы прикладываете, то вы добьетесь результата. Но, опять же, это индивидуально. Следующий человек спрашивает, тоже на английском не могу прочитать. Алексей, как вы бы работали с неврастенником, у которого внутреннее напряжение по поводу неопределенности будущего, плюс депрессия из-за сомнений в своих возможностях? Не могу выбрать профессию, придаю ей слишком большое значение, и как следствие боюсь сделать неверный выбор. Панические атаки начались тогда, когда я встал выбор, что делать после учебы. Понимаю, что объективного верного выбора не существует вовсе, но просто не могу начать что-то делать, не зная наверняка, как будет дальше. Придаю этому выбору глобальное значение и отношусь к работе как к самому важному в жизни. Считаю, что сама профессия тут ни при чем вовсе и так далее. Я понял. Алексей, как вас? Не могу прочитать. На немецком, наверное. На немецком, по-моему. Смотри, суть заключается в том, что вот, вы абсолютно правы по поводу придания глобального значения. Чаще всего люди себя травмируют от того, что они должны знать правильный выбор, они должны выбрать правильную профессию, школа закончилась, теперь мне нужно делать выбор, который определит всю мою жизнь в будущем. И вот это придавание сверхценности выбору будет являться очень стрессирующим фактором. Я бы вам рекомендовал отнестись к выбору профессии очень рациональным образом. Скажите себе следующее. Я не знаю, какая профессия будет моей в будущем. Я не знаю, что мое. Это нормально, потому что я только начинаю. Моя задача не трахать себе мозг, простите, а выбором очевидным и точным. Моя задача просто пробовать разные направления и смотреть, что у меня получается. Возможно, я потрачу несколько лет на перечень, на перебор каких-то профессий. Возможно, я выберу не тот институт. Возможно, мне придется поменять 5 или 7 профессий, и в конце концов я разочаруюсь во всех и стану там флористом, дизайнером. Я не знаю, но я знаю одно, что я буду пробовать, и только так я найду то, что будет приносить мне действительно удовольствие. А вы, судя по всему, боитесь пробовать. У вас есть такая парадигма в голове, что у вас ваш выбор после школы должен быть очевидно правильный, что вы должны выбрать правильную профессию, потому что если вы выберете неправильную профессию, то это глобальное значение. Вот это проблема. Не придавайте своему выбору глобального значения, просто пробуйте и живите. Дальше идем. Руслан спрашивает. Здравствуйте, может ли в одном человеке совмещаться более чем один вид невроза?
То есть могу ли я быть неврастенником и страдать истерическим неврозом? А то смотрю ваше видео, не понимаю, как невроз у меня, какой невроз у меня конкретно. Так как во многих вижу чуть-чуть себя. А, Руслан, вы абсолютно правы. Такой вид невроза или внутреннего конфликта называется сочетанный, или еще он называется миксом, где мы можем видеть и невростенический внутренний конфликт, и обсессивно-психостенический, там истерический и невростенический. Они называются сочетанными, то есть миксами. А, в любом миксе доминирует какой-то один внутренний конфликт, а вторая акцентуация идет вторичной. Поэтому ответ на ваш вопрос, да, конечно, могут. Но что-то одно, как правило, доминирует. Как правило, доминирует ОКР. Окей, продолжаем. Я повторю вопрос. Еще здесь много вопросов, на самом деле. Придется, видимо, частями снимать. Елена спрашивает. Здравствуйте. При тревожно-фобическом неврозе и субдепрессии назначено лечение. Сочетанная фармакотерапия и курс когнитивной терапии. Курс «Стрессоустойчивость, самооценка, дневники, самостоятельно, без профессионала». Видимо, вы имеете в виду мой курс. Получила облегчение через 2 месяца. Вопрос. Когда отказаться от фармакотерапии теперь? Как узнать, что же помогло? Врач, который назначал препарат, он отвечает только за препарат, настаивает на 6 месяцев. Елена, вы описываете очень типичную проблему, о которой я очень часто говорил. Если вы занимались когнитивной терапией и сочетанно принимали фармакотерапию, на 100% очень сложно вот так заочно сказать, что вам помогло. Ребят, меня видно, поставьте сердечко, если вы меня слышите. Я, может, завис опять? Нормально? Спасибо. Очень сложно на 100%, не зная вас, ответить на ваш вопрос. Если бы я отвечал за вашу когнитивную терапию, я бы провел определенное дифференциальное интервью, и я бы сказал, что, Лен, действительно, у вас хорошие сдвиги в рациональном мышлении, и действительно мы можем потихонечку снижать дозировку препарата, согласуя это с вашим врачом. Но поскольку, Лена, я не знаю, что за изменения вы получили в результате когнитивной терапии, я не могу на 100% сказать, с чем связаны ваши облегчения. Поэтому, наверное, правильным ответом здесь было бы проведение четкой дифференциальной диагностики по поводу эффективности когнитивной терапии. Это делает специалист по когнитивной терапии в том числе, чтобы понять, а действительно ли когнитивная терапия была эффективной. Второй вариант – вы можете пропить до конца курса препараты, продолжая заниматься когнитивной терапией самостоятельно, и уже смотреть на ваше самочувствие в дальнейшем. Либо по вашему желанию потихонечку прервать курс фармакотерапии и посмотреть на результаты. Но опять же, я на 100% не могу вам сказать, что явилось результатом, потому что я не отвечаю за вашу когнитивную терапию. Но вот Лена поднимает правильный вопрос, потому что когда ты принимаешь фармакологию и занимаешься когнитивной терапией, очень сложно на 100% даже специалисту высокого уровня сказать, что же помогло. Возможно, помогла фармакология, а возможно, с помощью когнитивной терапии вы справились с лишними эмоциями. Поэтому я всегда рекомендую заниматься когнитивной терапией на сухую. Тогда мы все будем четко понимать. Дальше идем. Настя спрашивает. Алексей, здравствуйте. Вот вы на вопрос по поводу проваливания. Это прошлая трансляция, МРТ сделано, нету патологии. Тогда занимайтесь когнитивно-поведенческой психотерапией. Возможно, ваши симптомы связаны именно с состоянием тревоги. Дальше идем. Катя спрашивает. Алексей, здравствуйте. Огромное вам спасибо за ваш труд. Пожалуйста, Катерина. Расскажите, пожалуйста, про невроз и старение. Как правильно принимать свой возраст, а не жить вечным сожалением о молодости и процессе старения? Можно ли еще про невроз и дружбу? Думаю, у вас есть что-то интересное про невроз и дружбу. Итак, по поводу невроза и старения. Я бы не говорил о неврозе и старении, неврозе и дружбе. Есть в целом невротический склад характера, при котором вы процессы старения воспринимаете слишком критично. Рациональная терапия смотрит на то, что каждый человек по умолчанию умрет. Это факт. И тревожить себя по поводу старения тоже смешно, так же, как по поводу смерти. Почему? Потому что старение и смерть мы никак не можем изменить. Это произойдет по-любому.
хотим мы этого или не хотим, бьемся мы головой об стену или мы головой об стену не бьемся. У нас вообще не стоит задача не стареть, у нас не стоит задача не умирать. У нас стоит задача прожить отрезок от молодости до старости и смерти максимально интересно, максимально разнообразно и максимально для себя гармонично. Вот и все. А когда вы говорите «я не хочу стареть», «я не хочу умирать», вы начинаете противопоставлять себя объективности и начинаете создавать себе геморрой. Поэтому я вам рекомендую, примите факт старения и смерти старческой инволюции как естественный процесс, неизбежный. И ваша задача не думать об этом, а ваша задача только лишь научиться получать удовольствие от периода жизни здесь и сейчас, наслаждаясь тем, что вы имеете, планируя, добиваясь результатов, а не думая о том, что по-любому произойдет. Иначе вы просто проживете долгую жизнь, но очень грустную, потому что вы полжизни продумали про старение и смерть. Никакого смысла в этом нет. А по поводу дружбы, не знаю, как это комментировать. Про невроз и дружбу пока не готов что-то здесь сказать, как это может быть связано. Мария спрашивает. Алексей, здравствуйте. Подскажите, что делать с подавленными эмоциями, однажды невыраженными гнев, обида? Мария, спасибо за ваш вопрос. Отвечу на него так. Если у вас есть мысль о том, что когда-то где-то вы подавили гнев и обиду, а сегодня у вас все в порядке, и у вас там откуда-то надо вытащить этот гнев и обиду, это не совсем правильно. Если вы говорите о подавлении гнева и обиды, то мы говорим о хроническом навыке подавлять в себе негативные эмоции. Неважно, в прошлом они или в настоящем, это хронический процесс. Поэтому здесь я бы обратил ваше внимание не к прошлым ситуациям, а я бы обратил ваше внимание, как ты сегодня подавляешь свои эмоции. И здесь помогает гештальт-терапия, здесь помогает когнитивная терапия. А если уж вам будет интересно в процессе гештальт-терапии вспомнить те ситуации, где у вас были подавлены эмоции, так называемые незакрытые гештальты, то, безусловно, гештальт-терапевт вас на это выведет. Но я бы акцентировал ваше внимание на сегодняшних чувствах здесь и сейчас, даже к воспоминаниям о прошлом или к реальным событиям сегодняшней жизни, как я сегодня подавляю свои эмоции. Вот на этом я бы сделал. Поэтому ответ на вопрос, что делать, я бы порекомендовал вам гештальт-психотерапию в профессиональном только ключе, а не в интернете, где кто-то где-то прочитал пару книжек и считается гештальт-терапевтом. Светлана спрашивает. Здравствуйте. Были панические атаки в 14-15 годах. Сейчас их нет, но остался страх смерти. Скажите, пожалуйста, как от него избавиться? Светлана, послушайте мой ответ чуть-чуть раньше. Я там об этом говорил, что бояться смерти по факту не объективно. Но здесь надо задать уточняющий вопрос. При каких обстоятельствах вы боитесь умереть? Может быть, вы говорите о кардиофобии, может быть, вы говорите о какой-то фобии конкретно. Если в целом вы говорите о смерти, то, конечно, смотрите то, что я говорил раньше, что нужно научиться относиться философски к неизбежному. Помните, есть такая знаменитая молитва «Боже, дай мне силы принять неизбежное и смириться с тем, что неизбежно, и принять то, на что я не могу повлиять». Там, как-то это звучит, в общем, вы поняли, о чем я говорю. Проще говоря, есть вещи, на которые мы повлиять можем, а есть вещи, на которые мы повлиять не можем. И когда мы говорим о смерти и о старении, это те вещи, на которые мы влиять не можем, но мы очень сильно напрягаемся. А вот на вещи, на которые мы повлиять можем, мы, как правило, не напрягаемся, потому что сил не хватает. Вот у нас такая жизнь получается неэффективная. Там, где мы изменить можем, например, мы можем развестись, мы можем жениться, мы можем поменять работу, на это повлиять мы можем. Мы даже на свои мысли можем повлиять, но на это нам влом напрягаться, потому что у нас сил нету. А вот на то, что вы изменить не можете, например, о смерти или, например, о старческой инволюции, вот тут вы напрягаетесь очень сильно. Поэтому не надо это путать. Я надеюсь, вы меня понимаете, о чем я. Дальше идем. Антон спрашивает. Алексей, здравствуйте. Скажите, как справиться со злорадством? Ловлю себя на мысли, что испытываю это чувство, когда слышу, что, например, какая-то пара рассталась. Хотя мне всегда нравилась эта пара,
или завидую подружке по вопросам карьеры. Как справиться с этим? Вопрос от девушки. Вы знаете, тут дело не в злорадстве, дело не в том, что вы как-то плохо относитесь к этим людям. Здесь дело в том, что, скорее всего, у вас есть привычка сравнивать себя с кем-то. И вы постоянно сравниваете себя с подружкой, вы постоянно смотрите на их отношения, сравниваете себя с их отношениями, вы постоянно сравниваете себя. Это говорит о заниженной самооценке, потому что с помощью вот этого вот, например, пара рассталась, у них не так все хорошо, и вы говорите, о, у них не так все хорошо, значит, у меня не все так плохо. То есть вы на самом деле, скорее всего, недовольны своими результатами, либо вы боитесь их потерять. И вот это сравнение себя постоянно с окружающими людьми и создает у вас такое, вот такую привычку обращать внимание на отношения людей вокруг вас и на успехи людей вокруг вас. Отвяжите себя от чужих успехов и старайтесь выполнять следующую рекомендацию. Старайтесь каждый день становиться лучше себя самой. Смотришь на свою попу в зеркале и говоришь, я хочу сделать здесь попу лучше. Смотришь на свой макияж в зеркале и говоришь, я хочу сделать его лучше. Не надо смотреть налево и направо, ты ничего кроме беспокойства от этого не получишь. Тебе надо быть лучше собой, лучше самой себя. Постоянно акцентируй внимание на этом, а не сравнивай себя с окружающими, иначе это будет постоянно невротическая гонка и панические атаки с депрессией. Дальше идем. Катерина спрашивает. Алексей, осветите, пожалуйста, тему социофобии при неврозе. Катерина, нету социофобии при неврозе. Социофобия и есть невроз. Просто в неврозе есть структура социофобическая. Что тут освещать? Осветить могу следующее, что социофоб – это человек, который считает, что есть стратегия поведения в жизни, которая способна понравиться всем. Проще говоря, он считает, что есть задача всем понравиться и всем угодить. Упражнение здесь очень простое. Посмотрите на ваше окружение, посмотрите на ваше общество и поймите, что люди вокруг вас всегда разделятся на три категории – красный, желтый, зеленый. Что бы вы ни сказали, что бы вы ни сделали, люди разделятся на тех, кто вам люди разделятся на тех, кому вы понравитесь, и это зеленые, на тех, кому вы не понравитесь, это красные, и на желтых, которым абсолютно по барабану. Неважно, что ты читаешь, священный трактат, или ты просто читаешь анекдот. Неважно, что ты одела, какую форму у тебя задница, грудь и так далее. Кому-то понравится, кому-то нет, кому-то все равно. Это надо держать в голове. А у социофобов есть такая история, что я должна себя как-то вести, чтобы всем понравиться. Откуда такая херня в голове? Она оттуда, что воспитывали такого человека таким образом, что девочки сказали, вот если ты будешь себя вести правильно, ты хорошая девочка, а если типа неправильно, ты плохая девочка. И так формируется ошибочная стратегия, что я всем должна понравиться, чтобы быть хорошей девочкой, потому что плохой девочкой быть ну никак нельзя. А я плохая девочка, если я не понравилась Сергею Петровичу. На самом деле, если ты не понравилась Сергею Петровичу, это проблема Сергея Петровича, а не твои проблемы. И вот это надо понимать. Ну, вообще, тему социофобии можно вывести в отдельную рубрику. У меня есть отдельный вебинар по этому поводу. На 3 часа, чтобы подробно все упражнения осветить. Кать, если тебе интересна тема социофобии, напиши мне ВКонтакте, я тебе вышлю бесплатно вебинар по этому вопросу. Наталья спрашивает. Здравствуйте. Тревогу в генерализованном тревожном расстройстве вызывает подсознание? Это вопрос. Тревогу в генерализованном тревожном расстройстве вызывает структура вашего мышления. Вы просто этого не замечаете. Вы воспринимаете ситуации текущие угрожающим образом, сами вызывая у себя постоянную тревогу. Потом еще угрожающе воспринимаете симптомы тревоги, и таким образом у вас появляется хроническая генерализованная тревожность, где вы на самом деле уже спутали, что же вызывает у вас тревогу. То ли у вас тревогу вызывает симптомы тревоги, то ли у вас вызывает тревогу отношения с мужем, отношения с женой, отношения на работе. То есть генерализованная тревога – это тревожное воззрение на жизнь в целом, а потом тревожное воззрение на симптоматику тревоги. И последние вопросы. Евгений спрашивает. Леша, привет. Год работаю над собой. У меня 2 вопроса.
Как перестать хотеть доказывать близким и себе, что ты чего-то в этой жизни стоишь? Как перестать доказывать себе и близким, что ты чего-то... А здесь вопрос заключается в том, зачем тебе доказывать? Тут вопрос, понимаешь, как перестать хотеть? Вот формулировка очень интересная. Я бы перефразировал, не надо переставать хотеть, надо задать себе вопрос, а зачем я кому-то что-то доказываю? И получить на это ответы, что если я постоянно кому-то что-то доказываю, значит, я поднимаю таким образом свою заниженную самооценку. Потому что человек уверенный в себе, человек гармоничный и полный, никогда не будет никому чего-то доказывать. Поэтому, отвечая на первую часть вопроса, надо не переставать хотеть, надо переставать себе доказывать, что ты нормальный, самому себе прежде всего. То есть это история «полюби себя, прими себя и перестать доказывать, что ты не олень». Это вот туда. То есть это вопрос о самооценке, потому что человек, который всем что-то доказывает, это вот, знаешь, вот Гелендвагены, вот это членомерство, да, это закрытие больших комплексов неполноценности. Поэтому тебе надо работать с комплексом неполноценности прежде всего, принять себя нормальным человеком и научиться не сравнивать себя с окружающим. И второй твой вопрос. Очень боюсь не достигнуть желаемых целей. Вот видишь, какую штуку ты пишешь, которая для меня архиважна, из-за чего смешиваюсь с ней на здоровье. Вот у тебя цели архиважные, потому что ты считаешь, что если ты этих целей добьешься, то типа ты крутой. А если ты этих целей не добьешься, типа ты ничто. Потому что ты базово считаешь себя ничто. Ты базово считаешь себя никаким, и ты себе придумал такую идею, что если вот я этих целей добьюсь, тогда я типа нормальный. А если этих целей не добьюсь, то я типа плохой. Рациональный ответ. Было бы неплохо, если бы я добился всех своих желаемых целей. Но я прекрасно понимаю, что я буду над этим работать. Но если что-то пойдет не так, и где-то мне придется свернуть с желаемой цели, или пересмотреть, или какую-то новую цель разработать, или у меня появится много времени на ее достижение, я не буду себя гнобить, я буду объективно относиться к своим целям, сравнивать их со своими возможностями, со своими ресурсами, вообще адекватны ли эти цели, насколько они реализуемы, раздроблю эти цели на этапы, возможно, это потребует времени, возможно, я со временем откажусь от этой цели, это не делает меня плохим человеком. Примерно ты помнишь, как это отвечать, помнишь, да? Вот, все. Спасибо вам огромное. Я постарался достаточно быстро, экспромтом, как вы видите, ответить на разные вопросы из разных сфер жизни невротического расстройства. Надеюсь, вам было интересно. Я надеюсь, что Перископ записал эту трансляцию. Я смогу ее смонтировать в один ролик и выложить. Как видите, можете задавать любые вопросы из любых сфер жизни. Профессиональная психотерапия подразумевает очень широкий кругозор воззрений на разные проблемы и не граничится только ВСД, панической атакой, агорафобией. Поэтому спасибо за трансляцию. Подписывайтесь на канал в YouTube, он называется «Неврозы Мегаполиса». Подписывайтесь на страничку ВКонтакте, следите за новостями. Скоро будет очень интересный вебинар про личные отношения в невротических расстройствах, когда панические атаки, ВСД и прочие проблемы появляются из-за глубинной причины в личных сферах. Расставания, разводы, невозможность принять решения и так далее. Поэтому я рекомендую вам прийти на этот вебинар, он будет 18 числа. Спасибо вам за трансляцию, надеюсь, вам было полезно и интересно. Ваш Алексей Красиков, «Неврозы Мегаполиса». До встречи, спасибо, пока.